По данным Минэкономразвития РФ, в государстве зарегистрированы 2 миллиона 200 тысяч фрилансеров. Число продолжает активно увеличиваться, за первый квартал этого года 600 тысяч россиян перешли в самозанятость. Тенденции способствует ряд факторов, среди которых специальный налоговый режим, введенный два года назад. Налоговый режим для самозанятых позволяет фрилансерам и ИПЕКР платить налоги по сниженной ставке. Налоговый проект будет действовать в России еще 10 лет. Подробности на сайте.